хочу сказать, что вот эта яма, которую у нас разрыли с сентября месяца, уже стоит полтора месяца. Пришли, что-то поменяли и оставили, бросили. И у нас неделю в подъезде уже нет горячей воды. Холодно, сыро, невозможно. Ни рабочих, ни управляющего компании, вообще никого нет, никому не нужно. Во-вторых, у нас вытяжка вот эта, которая проходит кондиционные трубы отопительные. Боремся с ней, не можем с горводоканалом, чтобы они поменяли там трубы, потому что она ужасно парит. В квартирах вон. В подъезде сырость от нее. Зимой здесь все обмерзает. Машины, деревья, здесь все от нее сосульки. Все это потом стекает, весь этот пар. Все это мы всем этим дышим. Мы просим, пожалуйста, помогите, сделайте что-нибудь, потому что наша управляющая компания абсолютно не хочет работать. У нас двор весь запущенный. Нет, во-первых, у нас никакой здесь дороги, во-вторых, у нас нет никаких отмосток, у нас в подъезде очень долго не делается ремонт.